Главный герой Беликов живет в своем футляре, в котором ему комфортно. Персонажу совершенно не хочется контактировать с внешним миром, поэтому он окружает себя вещами, в которых нет практического смысла. Пальто, зонт и галоши сопровождают его даже в знойный день. В этом футляре у него свои правила, свои рамки, жизнь, которой герою вполне нравится. К сожалению, футляр слишком тесен и ограничен. В нем нет ни для кого места, кроме хозяина футляра. Именно поэтому Беликова ожидает одиночество и ограниченное пространство, которое он сам же создает вокруг себя.